Природа благоухает. Водоплавающим птицам, которые живут на прудах в Парке Победы, оборудовали новое жилье. Коммунальщики завершили монтаж 3 домиков для пернатых. В ближайшее время там появятся еще 2. К установке подключились и неравнодушные горожане. Они на каяках приплыли на середину озера, установили плоты, а затем и саму конструкцию. До этого тут располагались другие 3 домика, но за 7 лет эксплуатации они пришли в негодность, а после февральского шторма и вовсе разрушились. Новые жилища для обитателей пруда намного просторнее и надежнее. Они выполнены из дерева и значительно больше по размеру. В конце года приобрели домики, а уже по погодным условиям, когда солнышко вышло и вода немножко потеплее, мы начали устанавливать эти домики. 3 домика уже вот установили на этом пруду, это у нас 4-й пруд, и 2 домика мы установим на 1-м пруду. Чтобы оборудовать дома для птиц, пришлось значительно снизить уровень воды в пруду, поэтому животные пока не освоили свое новое жилище. Коммунальщики говорят, что вскоре пернатые займут свои места. В парковые пруды постепенно возвращаются дикие утки. С наступлением тепла сюда перевели и 2 лебедей, которые зимовали в одесском зоопарке. Кроме того, в Парке Победы установили живой уголок. За небольшой оградой живут голуби, куры и фазаны. Раньше они обитали в одесском зоопарке, а в теплое время года будут красоваться неподалеку от 4-го озера со стороны стелы на 10 апреля.